Участник под номером 9. Миргасанов Умит Гасан Аглы. Город Москва. Ты горишь, как огонь. Добрый вечер! Что там, утро? День! Как вы, нормально? Нормально! Да! Раз, давай немножко пошумим для стартового запала и... Здравствуйте, меня зовут Умит Миргасанов, я менталист. Причем у нас в семье династия. У меня получается папа хач, дед хач, прадед хач. Все хачи династия. Мне не дает спокойно жить мой врожденный магнит. Я имею в виду вот этот магнит для полиции. И чаще, чем вау, я слышу только ваши документики. Но благодаря скиллам фокуса я всегда готов к проверке документов. Я делаю вот так, подойдет? Вау! Но меня все равно забирают в участок, потому что я так не научился делать фокус с регистрацией. Но я пришел сюда не шутки шутить, а показать вам свои лучшие манипуляции и ментализмы. Что бы это ни значило. Что бы это ни значило. Мне нужна девушка. Поднимайте руку просто, кто хочет. А вот девушка поднимала руку первую. Да, выходите ко мне, мы вам поаплодируем. Да, и отбивочку. Двое, здравствуйте! Как вас зовут? Ирина. Это мое любимое имя. Я так всегда говорю, не обращайте внимания. Ирина, у меня есть колода игральных карт. Скажите мне, пожалуйста, с каким предметом вы хотели бы фокус? Карты так карты, как скажете. Разные вот такие вот карточки всякие разные. Всякие там черненькие, беленькие, красненькие. Выбирайте одну карту. Мне не показывайте. Это важно. Чуть-чуть ближе к центру. Да. Я отвернусь. Не знаю, так все делают, не знаю зачем. Покажите зрителям карту, да? Вы не называете, чтобы я не знал. Ирина, готова? Держите карту лицом к себе, я поворачиваюсь. И вот таким образом вашу карту нужно убрать в любое место колоды. Абсолютно любое. Сюда лучше. Отлично. Это делается для того, чтобы зритель сам выбрал карту и сам выбрал, куда ее поместить. Немножко перемешаем. Эта тасовка называется профессиональная. Очень сложно. Моя любимая, еврейская. Готово. Женская. Жена научила. И никуда не убирая колоду, я щелкну пальцами. Выбранная вами карта, Ирина выпрыгнет и попадет ко мне в карман. Вы верите в это? Это уже произошло. Она в правом кармане брюк, но если я ее сам достану, это будет немного нечестно. Поэтому вы мне поможете. Я понимаю. В школе был трюк, когда в кармане дырка. Но это разные фокусы, скажу вам сразу. Вы ездите на машине? А можно фон чуточку потише? Спасибо. Это вам поможет. Дело в том, что дорожное движение в этом фокусе одно схожее правило. Ирина, нужно держаться обочины. Главное, встречку не выезжать. Там спецтранспорт. Я решил это так называть. Вы готовы? Да, прям засовывайте руку. Нащупали. Теперь ищем карту. Господи, покажите всем, пожалуйста. Я же менталист. Сейчас джаз начнется. Так, спокойно! Это Джокер. А в моих трюках Джокер заменяет любую карту. Это не для меня. Ну как-то нечестно, да? Поэтому со второй попытки. Готово. Вытаскиваете? Она? Дальше. Она? Много? Это гены, не обращайте внимания.
А вы доскрите все, что есть, преобразуем. Дело в том, что я вас всех обманул. Мы хочу такие, для пущего эффекта. И переместил вовсе не нашу карту, а всю колоду, кроме одной. Единственной карты нашей карты! Ирина! Эти аплодисменты вам, да что уж там фамильярники. Аплодисменты Ирине! Мужчина в красном. Здравствуйте. Да, я про вас. Вы чего ищете? У нас маленькая проблемка. Ну, как у нас, у вас. У меня вообще замечательно. Все. Проблема в том, что именно в ваших глазах я вижу смелость и отвагу. Именно поэтому именно у вас я попрошу одолжить мне ботинок. Правый и левый не имеет никакого значения. Просто снимите, я подойду, возьму. Спокойно! В этом фокусе очень важно понять, мой человечек или нет. Проснувшись утром, я подумал, как было бы замечательно взять у зрителя ботинок, налить в него жидкости и вернуть обратно. Это гениально уже по своей задумке, поэтому что тянуть? Фанта! Решите вы, но нет! Растопленный снег. Зимой скопил на весь сезон. Будет классно, если во время этого мы будем смотреть друг другу в глаза. А включите, пожалуйста, что-нибудь романтичное. Вау! Знаете, что мне говорил батя? Один раз живем. И ушел. Погнали! Достаточно. А как вас зовут? Игорь! Да ладно! Это же гениальное совпадение. Ведь этот фокус называется... Коктейль для Игоря. Как совпало! Игорь, держите, я угощаю. Только не делитесь пока. Оставьте, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста, вот так. Чуть-чуть повыше. Игорь, медленно, только кистью. Вперед, переворачивайте. Еще, 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 еще. Абсолютно сухое, теперь совсем не пахнет! Аплодисменты! Игорь, большое вам спасибо за смелость. Надеюсь, я не буду вам сниться больше. Я знаю. Спасибо, спасибо. Какой же я менталист без фокуса с книгой? Вот девушка, блондинка, красивая. Да, вы. Выходите ко мне. Я не желаю зла, просто оставь покой. Тебе я не нужна ни слова о любви. Не так мечтали Опа. Мы. Опа. Тебе не будет больно. Я подменила чувства. Все стало. А мне так не аплодировали. Если бы это был корпоратив, я бы решил, что вы бухгалтер. Как вас зовут? Наталья, я так и думал. Наталья, представьте, что мы в библиотеке. Возьмите, пожалуйста, вот так одну книгу и дайте ее мне. Сергей Полевов, выбор без выбора. Хороший выбор. Хороший выбор. Я вас попрошу запомнить одно слово. В идеале существительное. В идеале какое-нибудь коротенькое. В идеале вот это. Запомнили? Книга мне не нужна больше. Держите это слово в голове. Под бурные аплодисменты я вас отправляю обратно. Только не забудьте слово, пожалуйста. Хорошо.
Мне кажется, мы, фокусники, немного усложняем себе жизнь. Что только не придумали. Чтение мыслей, угадывание. И никто не додумался просто спросить. Вы чего? Башку-то надо включать. Итак, я вас попрошу, как вы там говорите, в первый раз назвать это слово. Называйте. Тип? Тип? Правильно! И это гениальное совпадение. Мы, менталисты, что любим? Предсказания и интерактивность. Давайте, когда я скажу 3-4, вы будете кричать: «Умитик, а если у тебя какое-то предсказание, может быть?» Готовы? 3-4! «Умитик, а если есть предсказание?» Пойдет. Блин, так приятно, что вы спросили. Конечно, есть. Можно свет на сцену выключить и прямо на экранчик. В одном царстве жил маленький мальчик. Он был большим фанатом цирка и хотел вырасти и блистать перед тысячами глаз. В одной арабской пещере он нашел лампу с джинном и загадал 3 заветных желания. Выступать круто, весело, аутентично. И джин исполнил его желание, но взял с мальчика обещание нести этот свет людям. И именно поэтому этот мальчик создал авторский онлайн-курс для фокусников от Умиты Мергасанова. Дикий тип. Присоединяйся к третьему потоку и стань диким типом. Да-да, это анонс курса. Угу. В одном царстве жил маленький мальчик. Он был большим. Дамы и господа, большое спасибо за внимание. Умит Мергасанов, основатель жанра стендап-ментализм. Спасибо. Умит Мергасанов. Умит Гасаноглы. У нас как-то так Иваныч, Ивановна. А как интересно, Гасаноглы. Гасаныч или Аглыч?